Ну вот, друзья, сегодня мы с вами пожарим рыбку, как я и обещала, на бумаге. Я ее уже обмакнула в муке и молотых отрубях. Вы можете в обычной муке, можете вообще даже никак ее никуда не обмакивать. Можно ее жарить и просто так. И вот я уже постелила в сковороду пергамент. Сейчас налью сюда немножечко маслица растительного, капельку совсем, и буду выкладывать рыбку. Я ее смазываю маслицем растительным, разогреваю и будем укладывать нашу рыбку. Это очень удобный способ. Сейчас же знаете, какие сковородки. Вот вроде бы она и хорошо выглядит, и все в ней прекрасно. Но где-то появилась какая-то маленькая микротрещинка, и все начинает пригорать. Мне вот из-за этого нравится жарить именно на бумаге. Не знаю, кто-то, может быть, по другим причинам жарит, но мне нравится именно, что она не пригорает. И у нее получается красивый вид. Ну и котлеты точно так же. Очень хорошо, удобно, мне очень нравится именно вот на бумаге жарить. Так получается здорово. Корочка такая хорошая. Ну, в общем, посмотрите сейчас сами. Ну, в общем-то, уже горяченькая наша сковородочка. Мы можем начать укладывать сюда нашу подготовленную рыбку. Рыбка у меня уже была посоленная. Она немножечко у меня полежала в таком виде посоленном. И потом вот я ее начинаю укладывать. А вообще, друзья, вот даже если самая плохая сковорода, вот самая плохая, уже совсем негодная, даже на ней эта рыбка получается очень-очень хорошо. Вот именно на пергаменте. Поэтому не стоит быстренько избавляться от старой-старой уже негодной сковороды. А вот таким способом на этой сковороде вы сможете всегда жарить, никогда не пригорает. Это проверенный вариант 100%. А я еще люблю добавить сюда немножечко маленькие кусочки маслицы сливочного. Тогда она будет такая поджаристая, красивая. Ну, в общем, друзья, смотрите. Вот просто прекрасно жарится, ну, я не знаю, вот на бумаге. Вы видели вообще когда-нибудь такое? Это просто чудо какое-то. Я этот способ уже знаю давно и частенько на нем жарю. И, кстати, у меня вот в Берлине была такая сковородка, вот знаете, прекрасная, глубокая, хорошая, удобная. Ну вот где-то появились микротрещины и все. И вот с тех пор я и начала там вот пробовать такой метод. Отлично работает. Попробуйте сами. Это очень хорошо, чтобы вот рыбка не пригорала, была такая прям хорошенькая. Ну, сейчас поджарится и будем смотреть. Ну и, конечно же, таким способом жарить обязательно можно даже и накрыть крышкой. Это все как вот в обычной сковороде. Также закрыл крышечкой, пожарил, перевернул. Все отлично. Ну вот, друзья, смотрите. Я раз показываю вам весь процесс. Смотрите уже, какая она поджаристая. Просто шикарно. Смотрите, красавица какая получается. Поджаристая, красивая, вкусная, ароматная. Ой, ой, друзья, какая рыбка. Просто чудесно. Просто чудесно. Вот попробуйте. Я думаю, вам такой способ понравится, и вы будете так жарить. Смотрите, вот она даже не разваливается, нигде не пригорела, ничего вообще, какая была, такая вот аккуратненько переворачиваем. Смотрите, ну не чудо же. А вот просто на сковороде попробуйте. Где-то начинает пригорать, где-то начинаешь переворачивать, у нее именно эта самая вкусная корочка отлипла, осталась на сковороде, начинаешь шкрябать. В общем, 100 миллионов неудобств. А это наоборот. Пользуйтесь, друзья, моим способом. Ну что, друзья, а тем временем
наша рыбка уже готова. Смотрите, она с обоих сторон румяная, красивая. И можно уже обедать. Это просто супер способ. Ну вот, друзья, а рыбка наша уже готова. Мы ее выкладываем. И можно уже кушать. Очень получилась хорошая рыбка. Смотрите, какая она у нас красавица. Ой, ой. Такая прям поджаристая корочка, хрустящая. Ой, супер, друзья. Вот такая красота. Ну как вам, друзья? Вот такая у нас с вами получилась красота. Очень удобно и очень-очень вкусно. Попробуйте наш вот такой вот простой и интересный рецепт. Всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки. И будьте с нами, друзья. Пока-пока. Всем приятного аппетита.